С чем только не боролись наши городские власти. И с застройками склонов, и с автомобильным движением по трассе здоровья, и с мафами, которые буквально заполонили весь город. Результат этой борьбы теперь можно увидеть. Например, на 12-й станции Большого фонтана. На 12-й станции Большого фонтана теперь красуется новенький МАФ. Появился он под покровом ночи. Еще накануне ничего не подозревающие местные жители спокойно бродили по тропинке вдоль склонов и любовались морским пейзажем. На следующий день вместо изумрудной зелени и лазурных волн их изумленному взору предстало красивое, поблескивающее на солнце металлопластиковое чудо – прямоугольная будка. Он вырос за прошлую ночь. Я против. И все мои здесь соседи тоже самое против, потому что люди едут трамвайчиком, единственный обзор кусочка моря. И вдруг вот такое вот убожество стоит, кривое. Ну, конечно, отрицательное. Мы же хотим море видеть, а не застройки. Я думаю, ваш мнение тоже такое же. Правда, если мы одесситы, мы хотим... Я увидела там двух девиц, которые внешне мне показались не очень приятными. Просто они, видимо, владельцы. Никого внутри будки нам найти не удалось, а двери были плотно заперты. Что будет внутри, теряемся в догадках не только мы, но и сами жители. Магазин? Но буквально в нескольких метрах есть продуктовый небольшой магазинчик. А может, здесь гостеприимно распахнет двери, а по ночам и окошки. Очередная наливайка. Как вы думаете, что здесь будут продавать? Я думаю, вы думаете так, как мы. Спиртное, пиво. И людей можно понять, ведь устанавливая в потемках этот шедевр малых архитектурных форм, их никто не спрашивал и в известность не ставил. Почему? А потому что это откат идет здесь. И натуральные деньги. Людям перегородили совершенно. Здесь же люди ходили, отдыхали, спускались. Особенно пожилые. Или один пролет пройти, или несколько пролетов. Свинство. Свинство. И нас никто не спрашивает. Если в наших силах и в ваших силах, давайте с этим бороться. Мы за. Я думаю. Мы поддерживаем. Это все лишнее. Вы за то, чтобы его обратно? Конечно. Брали. Мы за. Мы за. За горизонт, мы где за то, мы видим море. С чем только не боролась наша городская власть, и с застройками склонов, и с автомобильным движением по трассе здоровья, и с мафами, которые буквально заполонили весь город. Результат налицо. МАФ прямо на склоне, а внизу, совсем на берегу, вовсю идет строительство чего-то элитного и страшно нужного простым горожанам. Нужным намного больше трассы здоровья, зеленых склонов и теплого моря, которое скоро можно будет увидеть разве что на рекламных картинках. Алена Фомич, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг».